Облепиховое масло способно быстро заживлять раны, лечить кожные заболевания и благотворно влиять на внешность человека. Первое. Облепиховое масло для лица. Маска для лица готовится из облепихового сока 1 чайная ложка, масла 1 чайная ложка и 1 яичного желтка. Все ингредиенты хорошо смешивают и наносят на лицо несколькими слоями. Такая маска увлажняет и питает кожу. Второе. Облепиховое масло для губ. Облепиховое масло поможет для того, чтобы снова сделать нежными и мягкими ветреные губы, на которых появились трещинки. Губы нужно просто смазывать маслом на несколько минут, и так 2-3 раза в день. Третье. Облепиховое масло для волос. Если волосы были повреждены частым обесцвечиванием или химической завивкой, то для быстрого восстановления фолликул полезно просто втирать масло облепихи в кожу головы. Эта же процедура будет полезна для предупреждения выпадения волос. Параллельное употребление 2 раза в день по 1 чайной ложке облепихового масла значительно улучшит результат. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь. Нам будет очень приятно. До встречи в следующих видео!